на этом объекте был совершен акт вандализма. Находится не в элитном коттеджном поселке, а прямиком на вершине мира. Можем видеть бесподобную технику работы с трубой и фитингами. Это исключительное мастерство. Выпрыгивает в окно, убегает зигзагами и кричит, убегая: «Сдохните, проклятые полипропиленщики!» Не обращайте внимания на эту грязь. О, привет! О, привет! Здорово, бандиты! Сегодня я поеду на объект своего конкурента. Дима, Дима, поздоровайся. Привет! Всем привет! Привет тебе! Да. Ну и как вы поняли, сейчас я с ним поздоровался постановочно для вас, а на самом деле весь инструмент уже в машине. И мы поедем сейчас с вами запускать котел, который нечаянно новый и не запускается в новой системе. Да ну! Да-да, не удивляйтесь! И я вам покажу, в чем косяк и как от него избавиться. Котельчик Будерос Лагомакс. В прошлой серии я говорил, что Висман, Вайланд и Будерос, да, это Мерседес, Ауди и БМВ в мире котлов. Да ну! Быть этого не может! К Будеросу Лагомакс это не относится. Потому что его делают в России, а у нас в России могут все обосрать и все испортить. Газ здесь не магистральный, здесь газгольдер установлен, и котел переведен с метана на пропан, и при первом запуске возникают проблемы. И как уйти от этих проблем, я вам сейчас как раз и расскажу. О, видишь, как плохо, неустойчивое пламя. Так быть совсем не должно. Это разгорается. Но это не он меня испугался, это потому что просто инертный газ остался в бочке. Но я сейчас теорию тогда буду рассказывать, раз на практике не получилось показать. Я пока покажу теплообменничек офигенный какой у Будерос Лагомакс. А зато моделируемая турбинка. Она же модулируемая? Да, она модулируемая. Газгольдер тоже новый, и в него закачан инертный газ с завода. На тот момент, пока он еще не продан до первой заправки, этот инертный газ не дает бочке, газгольдеру, гнить изнутри. И при первой заправке частенько такое бывает, что заправляют газ, он тяжелый, пропан-бутановая смесь и газоанализатор в котельных, который на пропан-бутане работает, поэтому возле пола располагается, а не возле потолка, как всегда. Получается, не пропан приходит в котел, а смесь такая. И как избежать этого? Обычно я как это делаю, это, конечно же, все неправильно и все не по технологии, и так делать ни в коем случае нельзя, но это рабочий способ, и я так делаю. Значит, мы откручиваем гибкую подводку от котла, удлиняем ее, в том числе водопроводной гибкой подводкой, выкидываем в окно. Тебе прямая дорога в дурдом. Ну, здесь окна нету в котельной, это нарушение, да, и вы правы. Газовиков за это а-та-та надо сделать. Ну, они затащили сюда газ. Сейчас я вам еще покажу, как они это сделали. Эту гибкую подводку выкидываем не в окно, в данном случае вот дверь входная здесь вот у меня за спиной. Там поджигаем. Зачем его только из больницы выпустили? Ну, кран наконец накручиваем, чтобы самим регулировать. Поджигаем и смотрим, чтобы пламя было устойчивое. Как сейчас здесь в этой горелке я вам показал. Потому что если пламя неустойчивое, мы просто тупо выпускаем газ в атмосферу. Это может долго длиться, там и полчаса, и 40 минут. У меня и такое тоже бывало. Вот, до тех пор, пока горение из гибкой подводки будет неустойчивым. Потом мы обратно подключаем ее к котлу, пробуем запустить. Не запускается. Что делать? Открываем закрытую камеру, открываем камеру сгорания. И в момент срабатывания пьезоподжига, ну, сбрасываем ошибку шестую, которая у нас там по газу, да, и поджигаем пламенем зажигалки, ну, или любым пламенем горелку. Она не зажигается от искры, но от открытого пламени зажигается. Зажигается, и при открытой горелке мы уже этот газ расходуем в доме. Мы, по крайней мере, его не в атмосферу выпускаем. И со временем он выходит на режим и начинает нормально работать. Уже сам себя запускает, сам включает, но с первой заправкой всегда есть такой косяк. Ну и, в общем, друзья, такая система. Это теплый пол. Сейчас его тут запускаем, потому что, ну, у нас тут начало отопительного сезона. Сейчас довольно холодно и работать некомфортно. И чтобы было комфортно, видите, стены мокрые,
не сохнет штукатурка. Вот, и надо сделать, чтобы было тепло. И вот сейчас мы запустили, чтобы грелась теплый пол. Сама котельня еще не готова. Это все времянка. Это вот, ну, вы понимаете, что это все сделано, лишь бы вот сейчас запустить. Поэтому здесь и полипропилен на плоских уплотнениях. Вы видите полипропиленовые краны. Все максимально просто сделано. Такой домик. Тут темнеет, уже елочка такая стоит замечательная. И вот могилка такая свежая, видите, вот провалилась здесь. Такие трещинки здесь вот так мы ходим. И такой оголовок. Оголовок мне понравился. Смотрите, какой клевый, прикольный. Такой. Не знаю, как скоро он выцветит. Видите, там такое болото. А вообще зимой здесь может снег лежать, иней, там все это заросшее и так далее. Это не значит, что его надо утеплять, этот оголовок тут с ним умирать, психовать. Это нормальное явление. У него тут свой микроклимат внутри зимой образуется и так далее. Ну, про устройство газгольдера там кратко. Заправочный клапан, с которого мы берем, процентомер, взрывной клапан тут тоже есть. Здесь процентомер показывает, видите, в процентном соотношении наличие газа в жидкой фазе. Сейчас его 85%, а 80% это предел, и на самом деле больше заправлять нельзя, но многие этим пренебрегают, и здесь тоже этим пренебрегли. Вот такие швы у нас газовики делают. Труба не покрашена, ну, наверное, не надо. Под фум-ленточкой вот так вот намотано. Ну, красавцы, у меня очень много газовиков, очень умных в комментариях, и сегодняшняя рубрика «Обосри чужую работу» будет как раз посвящена моим газовикам из комментариев. Смотрите, вот газа в дом. Наверное, когда здесь будет пожар в этом доме, пожарный придет и захочет перекрыть задвижку, но ее тут нет. Почему? Нахуй надо. И поэтому он будет искать, где здесь газгольдер, а это произойдет зимой, в Новый год, когда у нас у всех будут мандаринки на столе, и здесь случится пожар. Там в сугробе придется найти этот газгольдер, чтобы перекрыть газ. И что еще здесь должно быть? Напишите в комментариях. И отводы, видите? Не гнутая труба, а круто изогнутый отвод и два сварных соединения. А так быть не должно. Клебзя, посмотрите, такая вот дверь, да, с небольшими такими щелями, самая дешевая, и она здесь была сделана для того, чтобы газовики могли успокоиться и повесить счетчик, потому что без двери они не хотели этого делать. В общем, такая котельная, меня занесло сюда Будерос Логоматик, автоматика, Будерос Логана, котел не надувный, это атмосферный котел, 60 киловатт, здоровенный котелище с чугунным теплообменником. Система отопления здесь была реализована, ну, она так худо-бедно работала. Вот теплый пол когда-то был реализован, видите, не успел быть закатан в стяжку, как было демонтирован. И вся система отопления тоже была демонтирована, потому что здесь, друзья, на этом объекте был совершен акт вандализма. Да ладно! Именно так. Акт вандализма. То есть система отопления была реализована, она там работала плохо, там как-то что-то не было не в порядке, там с диаметрами не все самым лучшим образом обстояло. Вот мы видим здесь коллектор. Это не параллельный коллектор, а компланарный. Компланарный – это когда балки коллекторов параллельны друг другу, но подающая балка не ближе к стене, а это дальше от стены, а патрубки подающего коллектора проходят сквозь обратный коллектор. И таким образом все патрубки обоих коллекторов выходят в одной плоскости. То есть они и параллельны, и в одной плоскости. Это называется компланарный коллектор. Вот он сейчас здесь перед вами. И мы видим с вами насосно-смесительную группу на теплый пол с термостатическим ESB. И его мало на этот дом, но позже об этом. И радиаторная сеть вот с таким вот насосиком размером с мою голову, наверное. И все это на 32-й трубе во весь дом. И как видите, оно отрезано под корешок, полипропиленчик. Короче, система была реализована. Заказчик рассказал, что он проснулся ночью от каких-то шорохов, прибежал сюда на объект, а здесь какой-то дядька, говорит, режет полипропиленовые трубы, уничтожает эту систему. Все это, весь полипропилен сложен в одну кучу, радиаторы вы тоже сейчас вот видите, в одну кучу сложены, я вам подъемочку сделаю. И, короче, весь этот полипропилен, все это в
кучу складывается. Заказчик вбегает, говорит: «Ты кто? Ты что делаешь?» Он срывается, выпрыгивает в окно, убегает зигзагами и кричит, убегая: «Сдохните, проклятые полипропиленщики!» Заказчик говорит: «Я не разглядел лица», говорит, бородатый, с лукавым хитрым взглядом, мужичок какой-то, кто такой, говорит, не знаю, ну ладно. В общем, был совершен акт вандализма, была демонтирована система, и сейчас нужно будет реализовать здесь новую систему. Здесь ее буду реализовывать я не один. Сюда еще подключатся мои друзья. Двух групп на весь этот дом. Дом большой, я вам сейчас его показываю. И голоса в моей голове говорят мне, что две группы маловато. Здесь должно быть 5 или 6. Я еще пока не считал, как именно. И есть несколько способов это реализовать. Способ первый. Гидравлический разделитель и компланарный коллектор, такой же, как этот, но уже на 5-6 групп. Ну, еще дополнительно в будущем появится гараж, нужно будет в нем сделать отопление отсюда, от этого же котла, теплотрассу. В будущем там будет баня, то же самое, все от этого котла. И еще один котел резервный здесь будет, электрический. Ну, короче, просится гидравлический разделитель и просится компланарный коллектор. Нормальная ли эта схема, скажут мне производители насосных, насосно-смесительных групп. Да, нормально, они скажут: «Виталян, красавчик, решил по классике сделать». Производитель котла скажет: «Виталян, да, нормально, по классике, без проблем». Производитель коллектора скажет: «Да, офигенный выбор, Виталян, все супер». Есть еще второй вариант. Как видите, места тут не особенно много, оно все стоит на подиуме, и в целом все это помещение не сильно большое. И как бы тут оно так, ну, с натяжкой будет умещаться довольно плотно. Можно сделать первичное кольцо, и на первичное кольцо, как воробьи сидят на проводах там, или голуби, вороны, также и насосные группы, насосно-смесительные, поставить на первичное кольцо вот, с нужным приоритетом. Расставить их и без проблем. Это будет более компактно, и это дешевле получится. Что мне на это скажет производитель котла? Скажет: «Виталян, красавчик, по классике, вообще без проблем». Производители насосно-смесительных насосных групп скажут: «Блин, Виталян, нормальный варик». Что на это скажет производитель коллектора, от которого я откажусь в этом случае? Он скажет: «Ну, Виталян отказался от коллектора, конечно, ладно, ну, блин, мы это просто припомним, как бы, ну, да, ну, ты понял». Можно ли сделать лучше? Да, можно. Можно насосно-смесительные группы на теплые полы, а здесь много теплых полов, и дом здоровый, и вот я вам его сейчас еще раз показываю, он здоровенный. Потерь тут достаточно. Вот эти группы можно реализовать здесь, на контуре загрузки бойлера. А контур загрузки бойлера загружается отдельно. Котел управляет бойлером по датчику запроса. По запросу датчика бойлера отдельно, минуя коллектор, минуя все. То есть он может запускаться только на бойлер, работать в летнем режиме. И для этого котел не обязательно реэксплуатировать на высоких температурах. То есть он может работать в низкотемпературном режиме, а бойлер загружается отдельно. В этом случае мы повышаем инерцию на теплых полах и уменьшаем количество тактов этого котла. Потому что тактование этого котла вот сейчас... На улице, смотрите, снега еще нету, да, еще довольно тепло, но я уже в куртке, то есть уже пора бы теплыми полами топить, и одних теплых полов было бы достаточно. И есть такая схема, когда в это место врубаются контур, насосно-смесительный узел теплого пола в контур загрузки бойлера. Офигенная тема, уменьшает количество тактов котла, потому что тактование такого огромного 60-киловаттного дурака — это как поехать в булочную за булочкой на Белазе, понимаете, ну, неразумно. У него огроменный чугунный теплообменник, большой температурный выбег, это вообще серьезный такой уже агрегат. Короче, такая работа предстоит. И вы в комментариях мне напишите, какой вариант вам нравится больше. Первично-вторичные кольца, компланарный коллектор с гидравлическим разделителем, или коллектор, или кольцо, и загрузка от контура бойлера. И если нет, то почему? Потому что нет. Почему? Угадайте сами, напишите в комментариях ваше предположение, что вы об этом думаете. С вами вернулись на объектик, который проектировал Глеб Гринфельд. Сюда мы с вами приехали для того, чтобы обвязать котельню. В самой котельне появилась такая временная дверь в настоящий момент. Ну, эту дверь я вам уже показывал. Здесь уже отделка вовсю делается. Плиточка появилась, видите, я ее укрыл. Здесь маленький кабинетик себе организовал. Офисное кресло, рабочий стол. Чаечек я тут догоняю, ну, короче, инструмент весь, видите, у меня там вот здесь таким образом, ну, верстачок, все это. Как вам тут работается?
Хорошо. Запись. Рабочее пространство организовал за пределами котельной, и вы тоже так делаете, потому что это удобно, это и быстрее работа идет, и самое главное, качество от этого не страдает. Плиточку витамин здесь укладывает таким вот образом в следующий момент. Реализуют. Мне туда запрещено сейчас ходить и показывать вам, что они сделали. Ну, позже я вам проведу экскурсию, если не забуду. Возвращаемся в наш с вами кабинетик. И вот эта дверь, я вспомнил первый раз, когда я зашел в эту дверь, на этот объект. Первыми моими словами было: входим в домик, входная группа и отдельный вход в котельную. Эта вещь очень нужная, необходимая. И это очень грамотное решение, которое я вам всем рекомендую. Позже я вам объясню, почему. И вот сейчас, почти 5 месяцев спустя, я вам и расскажу. Отдельный вход в котельную прямо с улицы – это отличная идея, если у вас твердотопливный котел. В тот момент, когда я это говорил, заказчик не знал, что у него будет твердотопливный котел. Но я его сагитировал, потому что мы посчитали затраты и посчитали, что это разумная экономия его здесь установить. Ну а раз его устанавливают, то и буферную емкость, а для нее нет места, но место мы найдем. И твердотопливному котлу нужен дымоход. И когда я первый раз сюда зашел, я увидел эту стену глухую и увидел, что там на втором этаже она точно так же глухая повторяется. То есть получается, сам Бог велел ее прокоронить, и в тот момент, когда здесь появится фасад, на фасаде потом смонтировать дымоход на консолях, ну, выше уровня кровли, исключая примыкание дымохода к кровле, исключая вероятность возможной протечки дождевой воды в том месте. Потому что дымоход расширяется, сужается, кровля от солнца нагревается, расширяется, сужается. Сколько ты там не убей этого герметика, протечки исключить невозможно. Особенно если там какая-нибудь металлочерепица, это вообще самые больные места. Но здесь как бы мы уходим от этой проблемы за счет консольного дымохода. И загружать твердотопливный котел удобнее всего твердым топливом, ну там брикетики, уголек, через отдельный вход, сразу с улицы проходим и сразу грузим, минуя весь остальной дом, не мусоря во всем остальном доме. Вот поэтому я и говорил, что отдельный вход в котельню — это всегда офигенная идея. В общем, друзья, такая огромная куча котельного оборудования вы видите. Это только часть, это еще не все. Тут мембранного бака не хватает, электрокотла не хватает. Да и много чего еще тут не хватает. Нам предстоит это дело здесь реализовать. Буферная емкость, вот это мне не понравилось тем, что у нее все выходы с одной стороны. Это неудобно с одной стороны. Но я придумал, как реализовать так, чтобы было весело, задорно. Эти выходы, ну, для манометров, ну, короче, мало, мало. Но понравилась она мне своей простотой, и я намерен такую же буферную емкость реализовать самостоятельно в экспериментальной котельной. И да, экспериментальная котельная, ждем, не скоро. Ну и раз уж вся эта куча здесь, раз уж у нас есть план, смотрите, суперлицензионный, супердорогой автокад сделал визуализацию нашей с вами схемы. Это вам не уровень там добродушного сантехника, да, который там пальцем на песке рисует схемы. У нас автокад. Мы живем в 2020 году. Это прошлый век. Правда, Артем? В общем, имея это все, друзья, прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик, предлагаю начать все это дело имплементировать, реализовывать. Андрей, помоги ему развернуть, широкое на широкое. Уйди, дурак!
Я покажу вам результаты своего труда, друзья. Покажу, что я налепил, как и почему. Пока еще не совсем стемнело, мы с вами отправляемся на другой объект. Объект класса Personal Luxury. Это премиум-сегмент. Среди премиум-сегмента он находится не в элитном коттеджном поселке, а прямиком на вершине мира. Это бескомпромиссная роскошь, конечно же, доступная только богам. И обычно я вам не показываю такую работу, такого уровня, потому что, как правило, заказчики на таких объектах категорически против какой-либо видеосъемки. Но здесь заказчик, будучи богом, великодушно согласился, принял волевое решение и позволил мне показать вам, что есть высший уровень, дабы вы могли прикоснуться к прекрасному хотя бы через экраны ваших мониторов, гаджетов, телевизоров, ну там у кого как проекторов, я знаю, меня смотрят на проекторах. Ну, в общем, отправляемся туда и будьте готовы, это будет незабываемое путешествие в мир сантехники премиального класса, конечно же, да. Мы с вами вернулись к этому котельчику. Значит, коллектор так и остался, тот, который остался, с этим же вековым слоем пыли. Безопасность котла и сам котел разделены со шаровым краном. Здесь были, и в настоящий момент я так и оставил. Вы можете видеть сейчас, существует такая норма, дескать, безопасность котла и сам котел должны быть одним целым. И сам производитель здесь предусмотрел прямо на чугунном теплообменнике здесь вот эту заглушку для того, чтобы безопасность именно в это место и вкрутить, для того, чтобы безопасность и котел были одним целым. Так гласят нормы, так рекомендует производитель. Кроме того, существует закон, который в нашей стране запрещает продавать там, например, электрический водонагреватель, не снабженный в комплекте курковым клапаном. Вот на картинке вы видите, как он выглядит. Говно, а не клапан. Часто отказывают, часто закисают, но по закону он должен быть хоть какой-то. Ну и его туда лепят чисто для комплекта. Самое-самое говно, как правило. И я не рекомендую использовать их. Так вот, здесь шаровый кран остался. Мог бы быть и регулирующий вентиль, там, хоть редуктор там понижающий, да без проблем. В какой-то момент мне показалось, что
могут быть разделены запорной какой-то отсечной арматурой, безопасность и теплогенераторная установка. И я здесь так налепил, ну, как бы для удобства обслуживания. В тот момент на меня подействовали тяжелые наркотики. Какие интересные побочки. Восхитительные, правда? Я его каждый день по кусочку, я... У меня во лбу там мне показалось, что есть хрустальная корона, и я решил пренебречь всеми этими нормами, рекомендациями, законами. Ну, я просто так решил. Это шутка была и сарказм для тех, кто не понял. И я запрещаю использовать и вырывать эту фразу из контекста и использовать его в своих видео. Поэтому это была шутка, ребята, юмор. Эта фигня, конечно же, так быть не должна. Если вы такое лепите, вам надо отбить руки. Даже если вы снимаете барашек и, дескать, гарантированно никто не перекроет, все равно этого делать нельзя. Это была шутка, я пошутил. Прямая насосная группа радиаторной сети. В этом месте было решено зачем-то установить обратный клапан. Конечно же, он необходим здесь, без него совсем никак ничто работать не будет. Значит, в этом месте я перешел на дорогостоящий, исключительного качества материал, купленный в проверенном элитном магазине Leroy Merlin. Они компания, как вы понимаете, с громким именем. Они торгуют одновременно в нескольких странах. Это уже международный уровень, как вы понимаете. И это именитый бренд, и именитым брендом с такими громкими регалиями, с такими громкими именами, конечно же, мы уже можем верить на слово. Идем дальше по нашей с вами великолепной системе. Здесь, на первом же повороте, мы с вами видим элитный стул из красного дерева. Он здесь был использован в качестве крепежа, а все оформлено в стиле арт-деко, чтобы подчеркнуть благородный аристократичный облик всей нашей системы в целом. Сразу же тут напрямую подключена гребенка, ну не гребенка, коллектор теплого пола. Он здесь использовался водопроводный, ну как бы мы не мелочимся здесь, как вы понимаете. Поэтому у нас все на высшем уровне. Насосно-смесительные группы и разделение по температуре, это все от лукавого. Это все, конечно же, для плебеев, вроде нас с вами. Сливная арматура здесь использовалась только Авентроп. Тут я уделил особое внимание мелочам. Вы, я вижу, уже заметили. Это является моей особой гордостью. Ну, как бы и моим фирменным почерком. Идем дальше по нашей с вами триумфальной системе, мимо элитных муфт. И, друзья, есть строительные нормы, которые допускают скрытый монтаж трубопроводов, в том числе и отопления. Рекомендации производителей также допускают скрытый монтаж за фальш-стенами, в каналах, там, в том числе в бетонном теле, в штукатурке, в штробах, без проблем. Но есть люди, которые считают, что так делать нельзя, просто нельзя, вот нельзя и все. И как бы здесь заказчик, он целиком и полностью за абсолютную надежность и ремонтопригодность. И кто я такой, чтобы отказывать ему в этом? Поэтому здесь, на этом объекте, я отказался от скрытой прокладки трубопроводов. И более того, я решил пойти еще дальше. Я решил отказаться от прохождения заградительных конструкций. Поэтому здесь наша с вами триумфальная система проходит прямо через дверной проем. Вот так вот на элитной перфоленте. Ну, правда, это немного мешает закрытию двери, конечно же. Ну, вообще, похуй, даже дверь открыта. Вообще, похуй. Но это лишь малая жертва на фоне всей этой бескомпромиссной роскоши и великолепия. Сама система теплого пола, изначально планировалось использовать этот коллектор. В итоге было принято волевое решение перейти на садовый шланг и раскидать теплый пол по уже готовому полу. Я не скрываю, мне все об этом знают. Мы уже покидаем нашу с вами элитную котельню с ее элитным наполнением. Пересекаем дверной проем с дверью, которая всего лишь больше не закрывается. И здесь мы с вами видим первое плечо, первое ответвление, снабженное обязательно топовой отсечной арматурой. Авентроп в данном случае вы можете видеть. И как вы можете видеть, здесь я комбинировал материалы разные. Для этого необходимо иметь очень богатый опыт и совершенные навыки, вроде тех, что имею я. И здесь, на этом объекте, если вы обратите, нет настенных или напольных приборов отопления.
Внутрипольные конвекторы также пошли лесом. Теплый плинтус дорогущий тоже сразу же отправился в помойку еще на стадии проектирования. Здесь, на этом объекте, естественно, проводился индивидуальный тепловой расчет, подсчет теплопотерь. Разумеется, проект в топовом автокаде был реализован. И заказчикам было принято волевое решение отказаться от всех этих приборов в пользу инновационных, совершенно новых, высокотехнологичных панельных радиаторов, подвешенных на элитную перфоленту прямо к потолку. Вот таким вот образом это реализовано здесь. Очень удобно. Видите, я свою курточку здесь повесил, чтобы немножечко ее нагреть, чтобы с комфортом отправиться позже дальше в свой путь. Обратите внимание на эту немного вычурную, но от этого не менее изящную упаковку резьбовых соединений. Здесь были использованы элитные никелированные американки от водосчетчиков. Вы видите, с проушинами для пломбировки. Вот. И до тех пор, пока я не успел опломбировать, видите, какой-то рукожоп хотел прикоснуться к прекрасному, пытался паковать лен, так же, как это делаю я. Здесь, в этой системе, друзья, был использован лен египетского производства. Он был собран на восточном берегу Нила, девственницами, конечно же, вручную строго. И есть мнение, что этот лен обладает особой магической силой. Вероятно, вы захотите узнать, что это за сила. Я вам скажу. Египетская сила. Египетская сила. Египетская сила. И, скорее всего, силу земли. В дальнейшем все эти стены будут отделываться шкурами жестоко замученных и убитых обязательно только на глазах семьи диких зверей. За всем этим обязательно должна крыться трагедия. Как вы понимаете, нам с вами, плебеям, никогда в жизни с нашими с вами пролетарскими обоями мы никогда не поймем этих высоких материй. С этого места мы продолжаем наше с вами увлекательное путешествие по нашей с вами великолепной системе. Вот такой вот элитный крепеж здесь был задействован, как вы понимаете. В этом месте такой, вы видите, триумфальный переход с большего диаметра на меньший. И здесь наша система делится на две ветви – на эстетичную и великолепную. И идя по великолепной ветви, мы с вами идем. Здесь с крепежом все очень непросто, конечно же. Как видите, элитная перфолента теперь не на элитных гвоздях, а на элитной, вбитой в стену арматуре. Таким вот образом, значит, оформлено. Вот. Ну, здесь, в этом месте, я немного задумался, как вы понимаете. Очередной шедевральный переход на меньший диаметр. Такой коллектор великолепно исполненный. Мы с вами видим прибор отопления, конечно же, подключенный по схеме вверх-вниз сбоку. Еще одна ветвь отопления уходит наверх туда. Еще один радиатор. Он является верхней точкой системы. Сейчас я вам, конечно же, его покажу. Мы с вами поднимаемся на третий этаж. Вот таким вот образом реализована у нас с вами система. Вот вы видите радиатор, он один. Здесь еще третий этаж, он довольно большой. Я являюсь большим сторонником установки отопительных приборов на лестничных маршах. И здесь я посчитал, что одного его будет уже достаточно. В настоящий момент система работает, все великолепно. Все отлично топится. Ну, как я и говорил, индивидуальный тепловой расчет, конечно же, производился. Он стоил примерно 1,5 миллиона. С мое согласие его осуществить, плюс еще 6 миллионов само осуществление этого проекта в моем фирменном автокаде. Кто постоянно смотрит мой канал, конечно же, знают, как это происходит. И вот мы с вами возвращаемся назад. Настроение великолепное, друзья. Небольшие остатки материалов тут остались у нас. Элитных, извините, материалов. И сейчас мы с вами вернемся в то место, где наши с вами ветки делились на шикарную и великолепную. Рукожоп, ты меня называла. Значит, мы с вами вернулись к нашему с
вами изящному переходу. Возможно, кто-то скажет, что я немного перестарался здесь с поворотами. Но, друзья мои, мы-то с вами знаем, что кашу маслом не испортишь, поэтому здесь как бы, ну, можем себе позволить, да, тут объект топового уровня, как вы понимаете. Вот, значит, здесь мы с вами можем видеть бесподобную технику работы с трубой и фитингами. Это исключительное мастерство. Я перенял у шаолиньских монахов, как я уже сказал. Элитный крепеж, опять же, никуда не делся и выгодно дополняет общее настроение. Тупиковая часть этой петли венчает это восхитительная, эффектная, потрясающая батарея, состоящая из 4 радиаторов. Вы можете оценить. Да, качество работы, конечно же. Сейчас мы с вами еще и проверим работоспособность системы. Сейчас загрузится мой тепловизор. Значит, мы видим защиту от диффузии кислорода, антидиффузионный слой был использован здесь, конечно же. И мы можем видеть, что вся система вот так вот в настоящий момент у нас работает, прогревается, равномерный прогрев. Как я уже сказал, в настоящий момент мы сдаем заказчику свою великолепную работу. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как живут боги, сильные мира сего, конечно же. А мы возвращаемся с вами на наш объект. Напомню, у нас вот такая котельня была в планах. И вот так вот мы ее с вами осуществили здесь. Здесь весь материал заказчик выбирал, закупал и привозил самостоятельно. Он продает сантехнику, как я ранее в ранних роликах говорил. В общем, из того, что мне здесь понравилось, это утеплитель, который он выбрал, красный и синий. Почему понравилось? Потому что... Красный – это значит красивый, но синий – значит свежий. Полипропиленовые фитинги очень выгодно дополняют общее настроение. Я их здесь вот так оставил на виду. На то было сразу 3 причины. Во-первых, для того, чтобы они, не дай бог, не задохнулись под слоем теплоизоляции. Во-вторых, для того, чтобы поскорее свалить этого объекта на новый объект, чтобы на новом объекте повторить этот подвиг, как вы понимаете, иначе и быть не может. И третья причина, самая главная, потому что... Белый – это элегантность. Ниже коллектор теплого пола и коллектор отопления, коллектор радиаторной сети. Это все хозяйство во встроенном коллекторном шкафчике. Я его не закрыл. Вот крышка здесь, в этом месте. Просто для того, чтобы вам показать, как оно в итоге выглядит. Ну, 2 котла в этой системе. Вайланд Элла Блок. Электрический котел. Довольно новый. Прошлого года модель. И он с прошлого года здесь на объекте, ждал, когда я его установлю. И этот котел управляется удаленно зондом H1. Это, ну, комнатным термостатом с GSM-модулем. И этот комнатный термостат здесь, в этом котле, бывает 2 группы тенов, бывает 1. Когда 2 группы, один тен сверху, другая группа снизу. 2 автомата дифференциальной защиты на 2 таких шин-рейках. И здесь 1 группа тенов, и здесь только 1 автомат, а вторая шин-рейка сверху оказалась свободной, и я там установил этот комнатный термостат. Но вот прямо сейчас я вам сделаю подсъемочку, вы видите, как именно оно там внутри все реализовано. И этот комнатный термостат подключается к этому котлу по протоколу EBUS. И с этим протоколом EBUS я здесь уже 2-й день. Ну, правильно, протокол называется БАС, мне нравится так называть, вы поняли, петросянская шутка, игра слов должна была зайти. Косяк был в том, что в комплекте с зондом шла сим-карта МТС-овская, а МТС здесь не ловит. Но я исхитрился, короче, вытащил антенну вот так вот на потолок, и только так пара палок, он мне показывает пару палок. Электрокотел у нас греет, ну, радиаторную сеть, теплый пол и загружает бойлер
через фугас. Ну, это, вернее, не фугас. Фугас – это имя нарицательное. Фугас – это протермовская фишка. Этот фирмы Ferroli. Ну, заказчик такой привез, он здесь был, я его и налепил. Единственное, с ним в комплекте шел датчик для Ferroli, который не подошел к Вайланду. И так получилось, что у меня в ящике с инструментами лежал не родной вайландовский датчик, но я его сюда налепил и без проблем пашет. Значит, ну, бойлер загружается, понятно, отдельно, отопление здесь, обратный клапан, потому что у нас два котла, есть еще твердотопливный котел. И для того, чтобы твердотопливный котел, он дурак, в него положил дрова, и пока они не прогорят, он будет отдавать тепло. И температуру невозможно контролировать, ну, нормально. Поэтому для того, чтобы повысить его инерцию, здесь была установлена буферная емкость, всего лишь 300 литров, для нее не было места. Но вот на таком бешеном крепеже, здесь вы видите, эти шпильки 14 диаметра, они насквозь проходят через стену, и с обратной стороны такой же угол, там, ну, бешеные я сделал шайбы, и с обратной стороны стены я их там закрепил. Ну, короче, три таких буферных емкости этот крепеж выдержит вообще без проблем. И эта буферная емкость 300-литровая, как раз только для того, чтобы можно было контролировать котел. То есть одна закладка дров плюс 20 градусов в емкости. Там три закладки, изначальная температура 20, итого 80. Четвертая закладка уже будет 100, это будет температура кипения. Эту емкость можно доводить до температур, близких к кипению, потому что между котлом и емкостью все трубы я использовал черные водогазопроводные, но вы видели, стальные. Я бы с удовольствием налепил бы здесь медь, бронзу, насосно-смесительную группу вот такую, а ее тут нету на загрузку буферной емкости. Сейчас объясню. Я бы все это с удовольствием сделал, но, к сожалению, бюджет, друзья, бюджет у нас тут не резиновый, с деньгами и дурак сможет, вот без денег я выкрутился вот так. Мы выкручивались как могли, что называется. Стальная труба просто в емкость заходит, просто из котла, без всего, никаких ни байпасов, ни насосов, ни термостатических эсби трехходовых, там, котловых, которые на большие температуры рассчитаны. Вот такая вот фигнюшка стоит пятерик, чтобы вы понимали. А этот насосик, он стоит треху. Американочки, там, рублей по 600. Обратный клапан дюймовый, это дюймовый, там, будет стоить, там, рублей 500. Ну, там, краники по косарю, грубо говоря. Ну, и того набегает, ну, вы поняли, это деньги. Здесь я от этого ушел, и вы меня спросите: Виталян, а как же защита от холодной обратки твердотопливного котла? Здесь, в этом котле, мы с вами видим стальной теплообменник. Вот сварные швы вы можете видеть. Это не чугунный теплообменник, а это значит, что температурный шок и разрушение теплообменника от холодной обратки здесь нам не грозит. Что же тогда нам грозит? Нам грозит конденсат. Но конденсат возникает, когда холодная обратка заходит в котел, ну, мы с вами знаем, да, но здесь ток теплоносителя осуществляется только по мере нагрева котла. Пока котел холодный, циркуляции нет. Котел нагрелся, и только тогда циркуляция очень медленно начинается. Это гравитационное побуждение между котлом и емкостью. Кроме того, друзья, здесь водонаполненные колосники, вы видите, да? То есть обратка заходит снизу в котел и нагревается сначала там, в колосниках, и только потом в теплообменник попадает уже подогретый теплоноситель. И только так осуществляется ток между котлом и буферной емкостью. Трубы стальные, температуры могут быть конские, и оттуда сверху мы из емкости разбираем тепло, тоже стальная труба доходит вот в это место. Здесь кипяток, вплоть до кипятка, доходит до термостатического этого вентиля. Он ограничен, он больше 60 градусов в эту сторону. Насосик не может забрать это уже в систему и в коллектор. Не может физически, мы не можем трубу изнасиловать избыточной температурой. И этот термостатический вентиль нам как раз это и не даст сделать. Как он работает? Он берет кипяток от буферной емкости, от котла, хотел сказать,
и берет обратку из своей системы. Здесь, в этом месте, вот видите, как на рисунке, специально для дебилов, для таких, как я, нарисовали, происходит смешение до заданной температуры, которую мы вот здесь вот задаем на этой крутилке. Мы не можем задать больше 60. И не более 60 уже идет в систему, в радиаторную сеть, в теплые полы. Бойлер не загружается от твердотопливного котла и от буферной емкости, только от электрокотла. Сам бойлер здесь дрожится, был применен. Они бывают с тенами в этом месте. Здесь тенов нет, но регулятор есть. Послушайте, как щелкает. Этот регулятор можно использовать для того, чтобы к нему подключить насос. Допустим, у вас тупой котел какой-нибудь, там, например, АОГВ, там вам налепили газовики там, 20 лет назад, и с тех пор мало что изменилось. Там однотрубная система, регистры какие-нибудь, ну там по старинке, открытые и так далее. И вы пользуетесь электрическим водонагревателем, и вам влом платить за электричество, имея газ. Без проблем ставите такой бойлер с таким регулятором, к системе подсасываетесь. То есть контур загрузки бойлера — это как один из радиаторов. И этот насос по короткому пути забирает в бойлер теплоноситель тогда, когда это нужно бойлеру. А бойлер это знает по этому регулятору. Ну, либо вы можете взять не дражицу, а любой другой бойлер, а этот регулятор за 300 рублей купить, ну, если не на каждом углу, то на каждом втором углу они продаются, китайские там копейки стоят. Нагрузка на них небольшая осуществляется, потому что потребление у этих насосов мизерное. Короче, способов подключить бойлер к любой системе всегда несколько. И... Да не буду я отдельное видео про это снимать, будет скучно. Буду сидеть на доске цветными фломастерами рисовать, это унылое видео получится. Без меня есть кому это делать. Значит, здесь, в этом месте, вы можете видеть оцинкованный чугунный фитинг. Сама труба черная, а фитинги оцинкованные. И это неправильно, и это косяк. На самом деле, оцинкованные трубы и фитинги нельзя использовать на отоплении. Но заказчик уже привез, он говорит, типа, блин, лепи их, я не повезу обратно, хрен с ним. А вообще, на самом деле, цинк, он является анодом для стальной трубы. При температурах на горячей, холодной воде, там до 60-70 градусов, а после... Они меняются местами, сталь становится анодом, а цинк катодом, и цинк разрушает сталь, в теории, а на самом деле он просто отваливается изнутри и забивает фильтр. Ну, у нас здесь 8, по-моему, этих отводов, или 9, ну, отвалится от них там чайная ложка этого цинка, дай бог, она на дне этой бочки там будет лежать, и так навсегда и останется, поэтому, а снаружи цинк останется всегда. Есть оцинкованные трубы для отопления на прессе, кто не знал, и вот эти трубы я лепил когда-то, они внутри черные. Как раз по этой причине. Снаружи цинк ничего не будет, красить не надо. Ну, даже если бы и надо, ни одна краска на цинке нормально не держится. Поэтому здесь я их и не покрасил, и тоже оставил на виду, чтобы они, не дай бог, не задохнулись. Подача горячей воды в дом, безопасность сразу здесь, и только потом кран, и безопасность, и бойлер одно целое. Обвязка бойлера стандартная, друзья, ничего нового я вам здесь не покажу. Расширительный бак здесь, взрывной клапан я скрутил, там заглушка, только консоль осталась, только она мне здесь и была нужна. Ну, кран отсечной, кран сливной для удобства, то же самое на системе отопления. Сами консоли с обратной стороны я намазал силиконом и дал ему высохнуть. Такую прокладочку сделал своего рода, ну, чтобы плитка здесь не покоцалась, потому что здесь много пустот за этой плиткой. Ну, кто смотрел старые ролики, тот помнит. То же самое я проделал с кронштейном компрессора, чтобы меньше шума было от него и чтобы не повредить, не дай бог, эту плитку. Это компрессор аэрационной колонны. Вообще, изначально здесь планировалось две фильтрующих колонны, и когда я начинал тут все делать, их тут и было две. Но в процессе, когда вот это все уже было реализовано, появилась третья колонна внезапно,
ну, компрессор был, а колонны не было. И тут она появилась. И в итоге место-то было оставлено только для двух. И поэтому пришлось вот эти трубы вот так здесь на узел завязать. И из-за того, что их три здесь на месте двух уже никак не поместится, пришлось ее поставить вот так вот напротив окна. И окно теперь открывается не полностью. Ну, я думаю, что такого открытия было бы достаточно. Вообще заказчик говорил, типа, блин, в режим проветривания, чтобы ставилось окно вот таким вот образом, типа, и достаточно, типа, нафиг надо тут выглядывать в это окно. Но я сделал так, чтобы можно было его полностью открывать. Байпас на систему водоочистки, вот он так выглядит. Ох, сейчас мои комментаторы, кто любит много кранов, можете передернуть, ребята, на это дело смело просто. Байпас на систему водоочистки. Минуя систему водоочистки, мы можем ее перекрыть и брать водичку напрямую. Вот так вот, хоп, и зашла. Это ввод воды в дом. Вот так я сейчас перекрыл всю воду в доме. Ну, греющий кабель. Вилка для него будет воткнута в эту розетку. Когда будет вот эта розетка? Сейчас пока все работает с моего удлинителя временно. И вот этот кран – это уличный водопровод, а вот этот краник запускает воздух на зиму, когда на зиму надо слить этот водопровод. То есть этот перекрываем, этот открываем, и вся вода уходит вниз, а на ее место замещается воздух, ну и ничего не замерзает, ну вы поняли. После системы колонных фильтров здесь, в этом месте, я установил постфильтр с 10-дюймовой колбой, он был в комплекте, и устанавливая его, эти трубы я сделал вот так пониже, для того, чтобы эту 10-дюймовую колбу, саму колбу, можно было поменять на 20-дюймовую, ну, как бы без проблем. Если вдруг придет понимание, что это надо сделать, это будет легко сделать, и я сейчас об этом подумал. Ну, солевой бак, вы поняли, для регенерации смолы. И здесь дальше, давайте дальше я вам всю экскурсию проведу. Плиточка вот в углу белая, она здесь так белая вся и была, вот до этого вот бордюрчика. Но еще уборка будет наводиться, не обращайте внимания на эту грязь. И вот она такая была здесь, вот такая вот, вот видите, шов, вот до сих пор доходил. И получается ублюдская подрезка здесь получалась из этой белой плитки, чтобы откос сделать. Откос еще дополнительно утеплялся. И Виталик, короче, разломал весь вот этот портал и взял вот эту плитку и этой плиткой здесь вот так вот запилил под 45, ну красавчик. И еще дверной проем той плиткой, которую он отломал здесь, этой плиткой он здесь вот так вот обрамил этот проем. Заказчик ему сказал: «Оставим ей дверь быстро, блядь!» «Говори, что хотел». «Дверь запили?» «Запилю». «Давай запиливай». «Обязательно». Поэтому он здесь ее и запилил. Дальше у нас с вами идет хозяйственная раковина с настенным смесителем, с коротким изливом. Здесь будет осуществлена, у этого смесителя еще будет душевая лейка, она где-нибудь здесь будет висеть. И сама эта раковина, обратите внимание, на небольшой высоте. Это сделано специально, чтобы здесь можно было помыть какие-нибудь сапоги, там, например, мешок с картошкой, там, ну или что-то такое в этом роде. Временная дверь установлена не случайно. Там, за этой дверью, сейчас идет отделка стен, и вся пылища, которая там есть, сюда не попадает, потому что здесь почти все готово. Уборка, конечно, еще предстоит генеральная, но в целом порядочек такой вот я здесь навел за собой. И работу даю вот в такой чистоте, на которую приятно смотреть. А некоторые товарищи у нас могут оставить пыльные, грязные трубы там за буферной емкостью, да, там, например, без проблем вообще. То есть он сверлил, шлам летел на трубу, так и остается. Трубы дорогущие, медные там, Авентроп, крутое котельное оборудование дорогущее. Все это лепится прямо так, на незатертые стены. И все это делается для того, чтобы побыстрее свалить с объекта, получить свои деньги и идти дальше лепить опять эти медные трубы на следующем объекте. И неважно, как там потом отделочник будет умирать с этими стенами и как он потом будет затирать это все, не заляпав котельное оборудование. Он его заляпает, оно угандошится, конечно. Но те, кто так лепит, они об этом не задумываются. Да, Владимир? Привет, Дим. О, привет, рукожоп. А ты что хотел-то?
Да уже ничего. В этом месте должна была быть длинная проповедь про то, какие бывают трубы и фитинги. Но эта проповедь сильно затянулась, и я решил ее не включать в этот ролик. И напоследок, друзья, я бы хотел вам пожелать, чтобы вы не велись на всякие разные провокации, если вдруг кто-то где-то вас провоцирует. Сейчас, секунду. В очко себе побибикай, долб***ёб ебаный. В общем, в благородство играть не будем. Лайкосик под видосик заносим. Делаем красную кнопку серой. Какулю в комментариях обязательно. Спасибо, что досмотрели до конца. И отдельное спасибо всем тем, кто оказал помощь в съемках этого ролика. В титрах имена этих замечательных людей, конечно же, вы увидите. Всем огромной удачи и пока. Пришла посылочка от подписчика. Сейчас мы ее вскроем в лучших традициях канала. Виталян здесь с нами. Я его попрошу, он поддержит камеру, и я вам покажу, что здесь. Я сам не знаю, что здесь, если честно. Держи, Виталян. Мне не сказали, что там. Она тут немножечко уже надорвана, но это, короче, в деке накладную отрезали ножичком и надрезали. Мы ножиком никогда посылки не вскрываем. У нас с этим полный порядок. Что-то инструмент не особо хороший. Повеселить. Не мелочить, да? Так, ты показываешь, что тут? Пакетик, коробочка. Это тут? А тут что-то такое? А, ух ты, блин! Жижи для вейпа. Клево. Так, класс. Крутые какие-то, да? Чего-то тут Берри написано, но это ягода, да, по-буржуйски. И тут что-то такое. Не знаю. Маска. Вместо того, чтобы в комментариях писать, видите, типа, чё, где маска? Где меры предоставления? А я, слушай, открывал посылку без кожуха на болгарке, без очков. Ребята, не будьте как я. Блин, офигенски. Спасибо огромное. А мне еще подписчицы прислали вейпик новый. Я с новым вейпом гоняю. Вон старый, покажи, вон он на окне стоит. Он там в сторонке, а я с новеньким гоняю. И теперь еще и с жижками, вообще просто булочка. Идеально. Спасибо огромное. Спасибо.